комфортом. Так механизатор Николай Дива каждое утро выходит в поле. Страда, говорит, любимая пора. Хоть работать приходится много, оно того стоит. В прошлом году Николай поставил личный рекорд. Намолотил 3 с лишним тысячи тонн зерна. Теперь собирается собрать еще больше. И новый комбайн, уверен, поможет в этом. Посовременнее, электроники побольше. Ну, механизатору полегче. А в чем полегче? Ну, как в чем? В управлении. 2 кнопки нажал, и все. Сама электроника все настраивает. В принципе, в этом комбайне все для человека. И даже холодильник есть. Таких уборочных машин на предприятии сейчас 12. При этом технопарк все время пополняется и модернизируется. Это страда для агросметы 30-я, юбилейная. За свою историю компания 4 раза выигрывала соревнования по уборке среди сельхозпредприятий в своей зоне. Если в прошлом году здесь собрали больше 100 тысяч тонн зерна, в этом есть все шансы поднять планку. Первые дни уборки показывают о том, что наши планы сбываются. Мы получаем неплохой урожай ячменя, пшеницы, гороха. Значит, надеемся получить достойный урожай кукурузы подсолнечника. Поля предприятия занимают порядка 2000 гектаров. Большая часть засеяна пшеницей. Есть еще горох. Сейчас, например, убирают российский сорт «Оглянец». Уже обмололи 260 гектаров из 320. Почти закончили уборку озимого ячменя. Делают ставку на кукурузу. Тем более, что технология, по которой ее выращивают здесь, дает на это право. Капельное орошение пропашных культур хорошо показывает себя. Если в прошлом году мы получили урожай кукурузы на капле 150 центнеров с гектара, в этом есть задача. Мы видим, что у нас это пока что получается, но приблизиться к 200 центнерам с гектара. Такая задача перед нами стоит. Но если будет хотя бы 170 центнеров с гектара, мы уже будем довольны. Урожай предприятия пойдет как на внутренний рынок, так и за границу, в Азербайджан и Иран. Между тем, приступили к уборке не только такие гиганты, как агросмета, но и крестьянско-фермерские хозяйства. Им предстоит обмолоть около 10 тысяч гектаров. В сухом Карамыке полевые работы в разгаре. А зиму ячмень уже убрали, ждут, когда дойдет пшеница. 1500 тонн зерновых здесь собрали в прошлую страду при урожайности в 50 центнеров с гектара. На эту планы еще амбициозней. Ну, я думаю, лучше будет, чем в прошлом году. Потому что пшеницу мы немножко пробовали, урожайность радует. Где-то, ну так, под 70, наверное. Всего в эту страду в Георгиевском городском округе предстоит убрать 81 тысячу гектаров зерновых и зернобобовых культур. Больше половины – это озимая пшеница. Обмолачивать ее начнут уже в ближайшие дни. У округа снова есть все шансы стать лидером по уборке в своей зоне. Специалисты прогнозируют среднюю урожайность порядка 50 центнеров с гектара. Главное, чтобы погода не подвела. Кира Рогожина, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение, Георгиевский городской округ.